среду 10 марта лидер сепаратистов Карабаха Араи Карутюнян принял группу военнослужащих Энской военной части и вручил им государственные награды. Как передает канал 13 со ссылкой на Туран, все награжденные являются членами отряда, признанного в Азербайджане террористическим. Командир этого отряда Вова Вартанов объявлен в розыск и против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В ходе встречи с этими военными Арутюнян выразил благодарность членам отряда. По его словам, благодаря им вооруженные силы Азербайджана не смогли взять поселок Красный Базар. Судя по опубликованному фото, награды получили не менее 10 военных. Примечательно, что в ходе военных действий в Карабахе батальон Вартанова из добровольческого отряда был переведен в штат вооруженных сил Армении. Эта воинская часть получила отдельный номер. 3 ноября Генпрокуратура Азербайджана назвала организацию ВОМа и ее лидера Вову Вартанова террористами, воюющими в Карабахе на стороне армян. Установлено, что члены упомянутой организации участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана, совершили многочисленные преступления в различных регионах Азербайджана, осуществляли взрывы, пожары или другие действия с особой жестокостью. Так возникает вопрос, каким образом террористы были пропущены в Карабах российскими миротворцами? Официально Баку должен поставить эти вопросы перед командованием миротворцев и потребовать объяснений.